Всем привет! Пришла очередная посылка с AliExpress. Здесь у нас очередная продукция от компании AOK. Трек отслеживался. Посылка пришла быстро. Стоимость на момент покупки $13.64. Откроем и посмотрим. Вот такая пришла посылка с зарядным устройством, модель PA-T16 AOK. Ну, откроем, посмотрим. Нравится мне продукция AOK, качественная. Мануальчик на разных языках, русского нет. Ну и характеристики. Ладно. Вот такой блок. Должен быть кабель USB, micro USB. Посмотрим вес. Зарядки на 117 граммов. Ну и начнем проверять. Розетка. Выдает 5.09, 5.11. Начнем нагружать. Подадим сразу 3 ампера и все, посмотрим падение напряжения. Абсолютно нет падения, даже выросло оно на напряжение. Нормально. Второй порт проверим. То же самое будет все.
5,14. Нормально. 3 ампера. Так. Ну и проверим вот таким триггером нашу быструю зарядку. О, сразу перешло на 12. Это 2.0. Переключаю на 3.0. Все работает. Прекрасные показания. Отличное качество продукции. Отличный зарядник. Метровый кабель, не сказал. Нормально. Все. Качеством товара доволен. Спасибо всем за внимание. Рекомендую. Пока-пока.